Есть один напиток, который мы не можем обойти своим вниманием в нашей передаче. Это компот. Освежающий, натуральный, фруктовый. Он всегда выигрывает соревнования с другими прохладительными жидкостями. Его канонического рецепта не существует. Он готовится по правилу, которое мы назвали правилом компота. Он сродни ирландскому рагу. Бросай в кастрюлю все фрукты, что есть под рукой. И готово. Все, как в николаевской жизни. Отличный компот. Холодненький. И упаси вас Бог бросить туда льда. Конечно. Кто же разбавляет простой водой такой божественный компот? Да. Именно спасается с жары. Ну, как-то этот наш компот быстро закончился. Ну, а что нам мешает взять и сварить еще одну порцию замечательного компота? Вперед. Вперед. Ну, и какие ингредиенты для нашего компота вы могли бы предложить в такую жаркую погоду? Все, что попадается под руку николаевцу из фруктов, все идет в компот. Да, и шелковица. И смородина красная и черная. Да, и крыжовник. Все, и яблоки. Вот в данном случае слива, малина. Вот это и будет компот по-николаевски, самый настоящий. Чудесно. Скажите, а какую роль в истории компота, да, сыграл наш город? Я бы сказал наоборот, поставил бы вопрос. А какую роль в истории города сыграл компот? Да, он сыграл какую-то роль. Вот что Гомер по этому поводу пишет? Вот только сегодня перечитывал Гомера, не нашел у него ничего про компот. Слушайте, ну мне кажется, что это еще один контр-аргумент против этой гипотезы, что Гомер родился, ну или хотя бы бывал в Северном Причерноморье. Потому что если бы он провел здесь денек, да, часок, да, он бы точно упомянул компот или в Илиаде, или в Одиссее. Но еще мне кажется все-таки, что древние греки были настолько древними, что они пили только вино. Да. Им не удавалось перешагнуть вот эту грань и достичь вершины кулинарного искусства, как компот. Да, вот этой самой вершины пищевой пирамиды, где находимся. Где мы уже... Мы с вами, да, то есть под великие потребители компота. Ну что, приступим? Я думаю, что будем чистить сливы. Ну, на самом деле, конечно, сливы можно и не чистить, их можно бросать и целиком в компот. Ну, давайте почистим. Почистим, да, хорошо. Как вы считаете, а какое событие в истории Николаева было прорывным с точки зрения истории компота? Ну, я считаю, что, конечно, в тот момент, когда абсолютно такой пустынный полуостров, на котором кроме ковыля и травы не растет ничего там выше какого-то дикого кустарника, было приказано горожанам разводить сады и огороды при своих домах. Прямо вот так вот насильственно, огнем и мечом, как пишет николаевский историк Ге, вот заставляли всех высаживать яблони, шелковицы, такие вот экзотические для нашего края деревья. Да. И они прижились. Не забывайте работать, да, коллега. А как вы считаете, вот эта компотная тема, она как-то зафиксирована в топонимике города? Ну, конечно. Ну, абрикосовая. Да. Да, вишневая, сливовая, черешневая. Это же наши николаевские улицы. А вот я знаю, что у нас есть улица такая Садовая. Почему бы ее не переименовать в первую компотную? Нет, переименовать мы не будем. Достаточно переименований в последнее время. Поэтому, но Садовая, можно смело сказать, что в саду растут фрукты для компота. А вот я знаю, что еще были такие улицы Левадовская. Левадовская, да, Левады. Это, что такое Левада? Левада – это... огород, приусадебный участок, сад такой при доме. И вот улица Левадовская тоже нам говорит о истории компота в городе Николаеве. Значит, компот уже пьют на этом полуострове уже больше 200 лет. Да, и вот это все происходит из Левад. Да. А вот
Вот еще один компонент, да, то есть это яблоки. Да, яблоки. Яблоки. Ну, это ж, как я уже сказал, это одно из наиболее древних николаевских деревьев. Да. Вот и шелковицы, и яблони, в общем-то, дикие для нашего края, но очень хорошо прирослись. Понимаете? В садах. Ну, а что там, мы идем часто в сентябре по улицам, маленьким улицам города, и видим, как справа и слева прям такими гроздями висят красивые огромные яблоки, колерованные. Да, то есть открывай рот, и они туда просто... Да. И я знаю, что местные селекционеры очень... хорошо поработали, в результате получилось такое разнообразие этих яблок, прямо, ну... Десятки сортов и названий. Да, то есть тут вам и Golden Delicious, и... Белые наливы, мичуринки и другие замечательные. Мне очень нравится Чемпион. Чемпион? Чемпион, да, то есть это просто... Это скромное название такое. Да, очень скромное. Название сорта Чемпион. И еще такое, надо... Николаевский Чемпион. Жалко, вы знаете, вот я знаю про николаевские породы голубей, а вот про николаевские сорта яблок я вот лично, например, ничего не знаю. А было бы неплохо такое, действительно, яблоко адмиральское, да? Ну, конечно. Или яблоко соборное. Да. Ну, или центральное. Ну, растет на проспекте Центральное. Вот оно у нас центральное яблоко. Ну, или яблоко имени Чкалова. Ну, что-нибудь такое. Мне кажется, вот главный полировочный элемент нашего сегодняшнего компота, вот эта чудесная малина. Посмотрите, каких она достигает размеров, какого насыщенного цвета, я думаю, что... И запаха. И запаха, да, я думаю, что это большой труд был потрачен, да, чтобы вырастить такую малину на нашей засушливой, степной, в общем, скалистой... Тут есть, понимаете ли, секрет. С тех пор, как в Николаеве все-таки хорошо прирослись и шелковица, и яблоня, и другие деревья, сам город Николаев поменял климат. В городе Николаеве, конечно, засушливые степные ветры с севера уже не доходят. Они повернули на юг. Они уже уперлись в выращенные человеком такие вот сады, леса уже практически. И все, и климат в Николаеве стал нормальным, пригодным для выращивания такого рода. Я знаю, что даже вот несколько урожаев такой малины снимают. Даже до ноября она растет. Вот в моей жизни был такой случай. Я собирал малину 9 ноября. Перед морозами. Да, не удивлюсь, если и новогоднюю ночь можно будет скоро в Николаеве провести за сбором малины. Климат так быстро меняется. Да, что... Пойти в сотки и купить. Да. Да, то есть, ну, все вот так смелее. Все, вы смотрите, ну так, чтобы оно как-то так эстетичнее. Ну да, 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 все-таки пока это... Ярче. На самом деле это не имеет никакого значения, потому что в компоте оно все равно все это превратится в единую... Но пока еще... Пред на компотном состоянии, это настоящий натюрморт. Да. Ну, на самом деле, всю осень можно питаться исключительно такими компотами и фруктовыми салатами. Вы знаете, мне кажется, что можно и всю зиму, потому что хозяйки, они вот, эти фрукты морозят, и зимой достают и потом смешивают. Причем никогда не знаешь, как у них это все получается. Потому что они впадают, мне кажется, в такое состояние близкое к трансу. Немножко того, немножко сего, немножко колдует. Это колдует, и всегда хорошо получается. Может, и мы это туда? Ну, давайте, уже пора уже в кастрюлю. Делает николаевский компот таким вкусным? Солнце. Солнце дарит фруктам сладость. Эта сладость через компот попадает в организм человека и, как сказать, подслащивает горькую действительность. Ну и, конечно же, еще и воздух. Воздух? А воздух-то как туда попадает? Условный воздух. Я имею в виду атмосфера покоя и умиротворения, в которой произрастают фрукты. И вот этот воздух и наполняет нас, и делает нас по-настоящему николаевцами. Слушайте, а чем же компот отличается от узвара? Ну, узвар
это компот из сухофруктов, который употребляется как в основном ритуальный напиток на праздники религиозные, ну или там на похоронах, например. А это компот из живых фруктов. Я понял. Николаевский компот, он может состоять из чего угодно. Да. Пьют его в любое время года и суток, и в любых количествах. Вот, собственно, это и есть правило компота. Абсолютно точно. Ведь слово «компот» дословно означает просто смесь. Во Франции компотом называют пюре из фруктов или фруктовый суп, который подается на десерт. Слушайте, а если сюда добавить дрожжей и сахара? Ну, это же будет совсем другой компот. Но зато мы приблизимся к древним грекам. Знаете, есть еще один смысл в правиле компота. Какой? Это напиток настоящих философов, эпикурейцев, людей, которые умеют ценить жизнь и наблюдать за ней. Интересно. Да, но только для этого нужно найти правильную крышу. Вот, может быть, как вот в этом ресторане Sky House. Взять с собой компот. Так. Подходящего собеседника. Конечно. И избрать правильную точку зрения. Такая немножко сверху вниз. Да. С высоты растущего яблока. Тебя обниму, город мой, как ты прекрасен во мраке. Прижимаюсь щекой и никак не пойму твои вечные тайные знаки. О, это пыль площадей, силуэты людей, твоих жителей видели разные. Улицы праздные прячут по норам подвалов тени смешных ритуалов.